У меня 120 км от города, это все, блядь, нахуй. Тайга, блядь. Там тигры, нахуй, блядь, рысь. Леопарды, блядь. Слава богу, спасибо, что вообще, блядь, нахуй, хоть свет есть, ебаный вот, нахуй. Не то, что, блядь, связь. Ой, ну так лучше, да, наверное. Меня что-то понимал, вот, типа, примерно 150 км от города, а заповедник, и там, короче, леопарды, тигры, нахуй, медведи, блядь, хуярят. Типа, да, у меня он, блядь, две собаки бегают вокруг поста, нахуй, и то их и нахуй посылают, блядь. Нормально у тебя там жизнь, блядь. Да, у меня тут движуха сумасшедшая, блядь. Сука, как так не фартануло нам по графику, нахуй, что я на работе, блядь, по пасту, пизда, нахуй. А, что, это Христос воскрес, блядь? Да, ой. Сейчас с батьком яичками появился, блядь, проебал он. Саря, давай, чтоб 4 куска залутал, чтоб ДПС давал, а то бьёшь, как пиздела дружкой, блядь. Ой, да там нормально сейчас. Ты в Аркане? Кусками. Ты в Аркане? Да. А чё не в огненном фраере, блядь? Да ещё рано, на 4 куска. Для фраерка ещё там, блядь, время надо. Надо 4 куска и хотя бы, я не знаю, там... Да, ну все-таки есть, только башмаки надо сделать, и все. Остальное вроде все есть, в принципе. Крафтовый скриптом же есть, да, к педали? Да. Я поезд так и не сделал, лимикса нет из сети, я его не вижу, что, блядь. А этим погасить вообще на поезд упал, блядь. Типу какому-то, блядь, сейчас я скажу, блядь, ник, сука. Ну, это надо нам, блядь, на моего зайти, тоже с Eternal, тип. Он, у него там и кузнечка, и... Так, заходите ты там. Так, а у меня комбат висит. А уже не висит. Ну давайте я это, выходите, я запущу хпшку сразу. Можно пойти, Макс, давай. Я поставлю. Ты закрыл или нет? Да нихуя не упала башка моя. Выходите там. А куда выходить-то? Ну, куда? Заин, выйдите. Ну, в тот, через портал выйдите с места просто. Даша, выйди с места, я хп забыл. Вон чё. Ты что забыла? Я и не знал ей богу этой хуйни. В смысле, мы всегда такую хуйню играли. Я всегда скипал эту хуйню, приходил после, когда уже был ответ босса. А чё ты там, Макс, делаешь-то вообще? Ну, стрим включи, увидите, чё я делаю. Все, 2 минутки, перекур и все, начинаем. И пошлите, короче, прям все ебашим, и без вайпов, без всякой хуйни, ебо. Перерыв, наверное, не знаю, где-нибудь после кошатницы сделаем, перед кодиром. Как? У тебя это, Даша, как его? Агро Скорпидо. Я не знаю, я считаю, что без Сани тут похороны будут на Фрейе, на Тореме. Чему? Говорю. Потому что это ДПС, он плей на всего анонсе. Он, блядь, напуливает Фрею. Ну, то, что на пуле второго нету, это да, но... Ты в ДЦ дашь. У ДЦ Ршам хилить. Попробуем сегодня так, посмотрим, как будет вообще. А кого у вас нету? Заходи. Тинлау сегодня не сказал, не сможет.
Так, ну, наверное, это. Я сейчас сам бы лучше варик будет перенести, когда он сможет. Так в том урофу то, что я только я лично только сегодня смогу. Сегодня смогу и может быть в среду, типа, на 25-ку, не получится другие дни. Поэтому я хуй знаю. Типа перенесем, не будет меня, еще может кого-то не будет. Войд завтра на работе. А что там внутри девастатика? Получилось, все собрали с ними. А вон они же сидят внизу. Трэс с ими мораль какой молодец. А Женю у кого не у них статики. Ну, вроде как они его взяли. А-а-а. Короче, я с Арчи езжу. Кто еще будет ездить на Ржишитове? Саня, ты будешь? Ну я с Артстайлом могу. Надо, чтобы, наверное, был Артстайл с тобой. На этом. Ну, водителя, меня закидывать. Ну как вы можете, можешь он тебе каком. А он не сможет сбить вторую пушку, типа, если. А, да? Ну, или тогда... двоих закидывать тогда надо. Не, тогда я вставил на водителя, наверное, на пассажир, он тебя закидывает. Там убал, да? Может быть тогда, Макс, мы с тобой лучше. Ты на водителе, я на пассажире, а вставил старче. Чтобы не, ну там. Надо Арстайлу пересаживаться, да, там, давай, убирать, давай, если да. Что хочешь, да? Когда Арчи Ди, он так Арстайл везде сидит. Больше мы собираем, а он пусть на выделе. Только присуманьте меня еще. А, все, блядь, сейчас присуманьте. Я только подошел. Что там говорил Макс? Звезду Арстайлу садись, будешь ему толчу там собирать, а я с Иньком буду. Буду его закидывать. А чё с мобами? Чё не пуляются? Что-то не сломали, да? А, блядь. Окей, а кто может на водиле в этом в разрушителе? Может и Арчи здесь, там-то не надо это, ну, выкидывать никого. Так не, ну а просто... чтобы типа, чтоб стаки не. Ну ты Арстайл, да не, пусть Арчи пуляет, а этот наводитель Арстайл. Ты просто это, ну. Ты просто езди, набивай стаки, поддерживай их и все. То есть стреляй ему по колесам там. Надо его сам ас. Прям как старый гайпишник, стреляйте по колесам. Ну. Дайте мне бафчики такие, какие-нибудь там касочку хотя бы. Давай вообще все. Да надо все. Чтоб потом на роботе не бафаться. Так, это. А, это мне найти. Вроде все. Все, да. Я, короче, Арстайл с Арчи в звезде, я с Саньком в трусах. На починку только заедьте. Все, кто готов, там заезжает. По местам. Ну что там свободно? Куда, где свободно, туда и садись. Если ты на танке, ты стреляешь, подскочат танки большие, которые эти, как они. Осадные машины, они стреляют тупо по цветкам, ездят под боссом, поочередно сбивают боссу каст. А, мотоциклы подвозят колчедан и подвозят эти. Ну, тут у нас знает. Тут у нас только кто. Даша и этот. И Лиза, типа, новенький. Так-то они все знают. Позбивай, не, короче. Я здесь с фугами был. Тут немного по-другому. Два танка в эти большие мы садились. И по кругу его водили. Он пересаживался с цели на цель. И мы съебывали. Или тут не так. Мы будем делать по-красивому, правильно. А, ну давай, рассказывай туда. Ты куда сел? Я сел в осадную машину. Ты на водителе? Нет, я типа противовоздушная ракета, тут только выстрелил. Ну, ну ты на пушке сидишь, у тебя есть там типа ракета и щит. Когда видишь, когда много урона в тебя там залетает, щит наш прожимаешь. Щит. И все, там. Ну и пошло. Ладно. Ну, Арстайл, стакать, ну ты стреляешь, ты увидишь стаки, вот сюда надо. Возьми и босс, просто боссов таргет возьми и стреляй, все, поддерживай 10 стаков. С пула стреляешь 10 стаков и их поддерживаешь. Где-то на 6 секунде, ну, ну, стреляешь. Только стреляй ему прям в колеса, прям вот вниз, в модельке, в колеса стреляй. Сейчас, еще секундочку. Арчи, смотри, если у вас поедет эта хуйня, то тебе надо нажать на троечку, на четверочку. Ускорение. Да.
И, ну, ее не надо жать по КД, она там на 20 секунд что-то. Да, да, да. А, ну все. На 25 раги стоит. Да. Можешь подъедь поближе к колчану, что рядом вообще ни одного. Да я сейчас туда подниму. Все готовы? А кто там еще? Никто не готов. Ну да, опять булавка. Блядь, если упадет... Блядь. Если упадет метательная, блядь, или три, не идите нахуй. Блядь, ну ты расправляйся. Макс, не могу идти на себя. Да ща, подожди, я порежу. А тут везу. Типа подвезите треугольничку. Надо прям 10 стаков сразу прям по фасту настагать. Скажешь, Макс, когда залазит. Ну, 4, 4 стака будет, когда на нем ускорение. Я скажу, я каз, видите? И нужно будет, типа, перед тем, как ты залезешь, ну, штрафу проебал. Один за... А, он замерз вообще, блин. Это походу вайп, ты что-то замерзнет. Саня, садись за вас. Давай, походу, он не умер. Там вторая осадка будет, или вайкас? Осадки поедем. Ну чё, вы упали там, раз замерзли? Надо было сказать, что есть луч, который ходит за вами. Вы остановились, бля, я остановился, потом через 2 секунды... А ты вот умеешь ездить? Просто это пиздец, каждый раз одно и то же, нахуй. Объяснение тактик, нахуй, каждый, блядь, каждую десятку. Все по новой. Ну так они не ездили, блядь. Вылазите просто с машин, так полчаса будет у нас. Ладно. Падайте, просто вылезите, да, и стопните. Вой, ты поезди на разрушителе, да? Давай. Хардстайл ты не прошел, скажем так. Тест, проверку, короче. Садись в кол. Садись на кол, ты хотел сказать? Не, садись в кол. Понял? Вылези с машины, ну время же идет. Ты в школе никогда кол не ставили, Арчи? Да не, не. Не помню, кора была, мне вообще по труду кол поставили. Такая хохма была, пиздец. Выйдите с инста быстренько. Да, выходите, я зову с хпшки со мной. Не, ну типа, блядь, ты же ездил, как бы видел то, что там лучи надо этому. Выезжать от них. Так, все вышли, точно все. А тут я что-то вот не помню, колчедан он ресается, типа. Вот то, что мы сбиваем. Да, да. По ходу дела на пассажире надо сбивать. И вот в этих посадках тоже можно на пассажире просто... сбивать. Да, типа, я просто думаю, что может вообще по КД стрелять? Просто по КД этим колчеданом стрелять, раз он ресается. Типа вот, там же. Вот в таком случае может и не хватить, наверное. Что он-то в разных комнатах, ну, в разных углах комнаты. Ну, за ним типа ездить, типа, только если. Ну просто ты когда этой хуйней попадаешь, он же тоже типа какое-то количество урона наносит. И там гораздо больше, типа, урона, нежели обычный выстрел. Заходите. Просто вчера до спятки видел, кто что. Ну там, правда, не хватало колчедана, но урон типа там проходил. То есть это тоже урон проходит. Заходите.
Санька пробафать? Там это песня, что-нибудь. Каску отставь, кинь, пожалуйста. Какой разрушитель, да? Ну, звезда твоя. Новый диль. А тебе пусть арчи собирают. На починку заедь только. Что, а ты... Ну, где свободно, туда садись. Можешь мотоцикл есть там. Там пассажир на садке какой-то свободный, по-моему. Ну или на садке, конечно. Вот нечаянно мне. Так, кто ближе? Че, все танки, блять, босс. Ну, блять. Я прожал ускорение. А можно было похоже. Типа, не критичность, так тоже. Дайте просить. Это обновить наш сауб. Вот это будет. Хорошо. Так, Саня, давай сходи. Готов. Как? Я заморожен, блядь. В смысле? На мотоцикле попробуйте его, у кого там есть маска, разлить и огонь. А я сейчас умру. Да, я. Ой, как это? Я думал, ну типа я педали. Куда же работать? Сейчас перегрузку сделаешь, чтобы проживите, главное. Вы типа убьете. Или если бы стреляешь не по танкам, по цветкам, тебе же говорили. Осадки стреляют по цветкам. Потом станет. А, еще хочу. Раз. Разбил. Что, перегрузка, думал. А чё, типа, оглушение? А, всё, оглушение, в том числе, что едет. Блядь, обнови. Блядь. Кас. Да не, в одного разрушителя понял. У него, видишь, впереди типа стаки не обновляются, там стреляешь, блин. Тихо, по-моему, пачка. Не, все, упади. А, это мой фейл, сорян, блядь. Не надо бы к педали, надо просто ездить. Блядь.
Если бы ты живой был, он бы сейчас сдох уже. Да. Ну я типа бэкпедалил, блядь, типа. Ну там луч, который холод сбрасывает в глыбу. Стенса, выйдите, выйдите со стенса. Ну да, ну так я от него бэкпедалил, он типа не попадает, не попадает, не попадает, а потом хуяк попал, блядь. Что, блядь, как он попал, я хуй его знаю. Ну он типа, когда ты останавливаешься, он тоже останавливается, потом через 2 секунды глыба падает. Ну, не, это я знаю, да, но я типа вообще бэкпедалил, типа, и... Ну, там как какой-то он не попадал. Так он видно то, что не попадал у меня. А тут хуяк попал в меня. Я что-то не знаю. Ну маслом размораживание это такое, блядь, машина сразу сгорит. Так я сгорел. Сейчас убью. Типа ему, когда он типа за тобой едет, то есть вот, короче, там прям тяжело стаки обновлять, потому что они, блядь, как будто, ну, то есть ты когда стреляешь колчеданом, они не проходят. Типа там хули какая-то защита у них, чё-то, или фрейм такой бунт. Надо как-то сбоку стрелять ему сюда, либо вниз. Не заходите. Ты убил Саня стаки на нем, ну когда или пушки точнее, на нем сколько? 8 стаков уже было? Я не смотрел. Да я не смотрел. Да ты можешь меня и пораньше закинуть. Давай я короче 10, ну типа 10 на стак их я закину, короче, да. Ну да, еще вот по ситуации, чтобы вот луч от фей, если луч, то давай его сначала отлосаем, потом спокойно закинем, чтобы понятно. Не, лучше я отлос, лучше я просто буду, то есть по нормальному видеть, я спокойно отлос. Или после на стак вы сразу заедем. Да, прохилиться бы еще. Ну бывает, прохилиться. Ну давай, я догоню. Да езжай, я догоню. Блять, босс. Система орбитального подавления в ходу анализа угрозы завершён. Оценка цели проведена. Вы вообще весь колчедан с краев в центр тупо свезите вообще весь в центр, чтобы он в центре был, короче. Чтобы мы типа краям не ездили с нами. То есть все один хуй плюс-минус в центре ездит. Можешь садить. Давай. Пойти красиво. По цветкам шмаляйте. Три выстрела и сколько тебе там долго? Пол хп, буквально 50 тысяч. Сейчас добью. О, еще два выстрела я потяну время. Я тут рядом был. Тут лучить или. Подумать туда сейчас. Пострелять или? Я разбил. Ну давай, давай. Я вот езжу. Блять, меня убило. Сядьте кто-нибудь в треугольник, один с мотоцикла, с треугольник сядьте. Бля, хуёвая ситуация очень. А теперь я замерз на осадке. Один мотоцикл
Подъехайте, разморозьте меня, киньте огонь. Огонь, разлей. Или, блядь, или осадки разрушают, ну, точнее, разрушители огонь разливают. Мотоцикл. Мотоцикл маску разливает. Маска, вот. Да. Отъебись, каска. Просто отъебись от меня, просто отъебись, блядь. Вот ебись. Все, спасибо тебе. Я держу стаки. Колчедана нужно где-то, блядь. Вижу. Типа, не вижу колчедана. У меня один выстрел остался, блядь. У меня нету колчедана. Где Макс, где сидишь? Я в треугольнике, у меня нету колчедана. Он обоит, короче. Выбрось. Войд, давай, красавчик, ну проеби. Соло добьёшь сейчас. А чё колчедан? Я, похоже, я сдох, у меня вообще нет колчедана. Хорош. Давай ещё. Я буду просто шмалять. Да, просто бейте все, кто может этого танка. На, вот колчедан. Чуть-чуть осталось совсем. Вот ещё один стак, если обновил, всё обновил. Да, он сдох. А чё с ИПГП, бля? Он чё, ой, бля, о, колечко. О, тринка, нахуй. Колечко. У меня такое есть колечко. Рецепт, бля, пиздец, конечно. А чё, от чего? Отказываемся от сферы, да? От сферы, от рецепта, и всё. Всё остальное роль. Ну, если я, ну, выиграю, я дам. Не, он сферы просто, если вы там ГБ просто вложите и все. Окей, okay, лут помойка, понятно. Там тренинг, по-моему. На робота сразу идите. Нечаянно тебе тренинг нужна? Ну да, на ретрику надо. Так, ты уже ты спекнулся, Лиза? Все, гибрид. А я же тебе сказал гибрида сделать, Лиза. Что у тебя за спек, по-моему? Нет, ты не говорил, ты спросил, только я видел. Я же тебя... Так я тебе когда еще писал? Я же тебе писал тогда. Короче, ладно. А, тогда когда меня не взяли? Нет, эти. Ладно, забей. Сейчас, короче, трэш почистим, пойдешь себе спек нормальный сделаешь. Давай, левую пачку пуляй. А бафы какие-нибудь дайте минимальные. Левую пачку пуля и техника выбираем. Где там еще один? Там микрофон, блядь, почистите, у кого-то орёт, Брис, что, в соло хилит? Да. Арчи влияние. Мы же сказали, холик будет хилить. Ну, типа, будет оптеш, ты пока хилит. Ты будешь хилить, точнее, ты будешь влияние, если, короче, ничего не сделать у нормального кота. Тогда ты будешь влияние. Видишь, у него кота нет, пока что хилит. А спекнуть? Давай правую пачку. Так, подожди, правую пачку. Да она пока соло. Подожди. А в смысле котика? У тебя в смысле вообще шмота нет или что? Ты же там есть какой-то шмот. Тебе просто дойдите или все, может быть котик. Это, и все. Только в ту сторону не веди к боссу, босс сейчас пулится. Ну мы тебя денем котиками. Пока ты совет тебя. Просто если ты будешь в коте, это, короче, будет у нас 100% мили крит, 100% элемовский тотем. Это второй. На СПД. И там крит еще, типа, это а плюс. Зарисовать тебе нужно кольцо это?
Что там упало? А у тебя, подожди, слышишь, нечаянно, а у тебя медведь какой? Ну какой там левел медведь? Хотя бы 210, ой, да, 210 есть. Еще не спек? Да, тебе нормальный спек, иди делай. А чё, у кого-нибудь есть там, типа, линкануть талант? Ну ты не знаешь, какой спек гибридный у ДК? Сейчас. Ну, в смысле, с который с миллиапом, с пятями, я тебе про это сейчас. Ты не знаешь, когда можешь спросить, Войд знает. Ну, это самое. Ой, так, блядь, сейчас. Ну, может, мне на калькулятор скину. Какой-нибудь. Нет, если есть калькулятор, вообще было бы отлично, да, но просто... Ой, заморозься, пожалуйста, сделай ему. О, чё-то я ещё хочу сказать. Ладно, вар арчи, арчи рестер, дальше ДЦ, в принципе все. В этот, в общий чат Диси скинул, посмотри, работает там, нет? Прием, прием. Да, я смотрю. Ну там раскинуты таланты? Ну, кажется, да. 43. Бля. А, 43-26-2. Это самое. Ага, да. Значит, макрос сторонический удар у тебя есть. С каждой способностью, которую ты нажимаешь, ледяное прикосновение, удар чубы, удар, кровавый удар, удар смерти. Угу. С каждой должен быть рунический удар. То есть, как только он активируется, он как удар героя прокает. Угу. То есть он идет. Это мгновенная атака. Он агро на втором месте генерирует после ЛПшки. Символы крови вампира, антимагического панциря и захвата рун. Если меткости меньше 315, то можно один из символов поменять на символ темной власти, чтобы таунт не промахивался. Если 315 есть, то символ темной власти не надо. Я думаю, у него нет. Сейчас посмотрим ветку, как раз доделаю. А у него что за спек был? У него анхолик. Не, анхолик параша. Ну я не знаю, анхолик только пачки танчить хорошо, что когда много мобов. Ну, который служит, короче.
Mm-hmm. Не на холле, а глаз служи, который. Mm-hmm. Так странно, таланты остались, я почему-то вниз не могу пройти. А, все. Лох. Yeah. Сразу слетай там символ на таланте купи, там, не знаю, символы, которые там. Или у тебя все есть? Yeah. Я как раз порталюсь. Так, какие символы еще раз? Крови вампира обязательные, остальные похуй. Есть. На таунт один. Темной власти. Как называется? А, темной власти. А, окей, сейчас куплю. Третий там, думаю, можно на захват рунзе или какого-то. Да, это он у меня стоит. Ну все, бери на таунт. Сейчас, ну. Да, темной власти. Сейчас возьму. Давай, поехали уже. Вот мы час проебали. Одного босса. Один босс, это будет час времени. Всё, пробафайте там вся хуйня его. А, рыбка может? Есть у кого? Была же. А из серии у кого сбрасывать тут? Ханту. Только ханту тут можно и сбросить, больше некому. Давайте рыбу кушайте, поедем. А, все по уже поводу покушали. Ударов. По поводу ударов, чё ты сказал там, чел? Рунический удар у тебя есть на панели? Да, 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 конечно. Жмёшь его, да? Да. Ну потом да, сделаешь конечно. Уже после рейда макрос, чтобы с каждым ударом, который ты тыкаешь, был этот активный. Ну да, прок, так мы идёт. Всё, ты, ну, ты знаешь, да, что ты всё будешь делать? Я не знаю, что объяснять. Ну там сердце появится, я помню. Ну все, иди гуляй, иди гуляй, босс. К лестнице туда его. Иди туда. Я, короче, слева, а ты, Саня, справа бомбу. Тоже надо, да, отбегать сначала? Да, да. Все, сердце играем. Геру нужно. Мама бог там идти вот тут. Так, сейчас из крана кому-то будет ее крест. Сарчи, забери маба. Сейчас 6 секунд, нечаянно сера. Сейчас вот сера нечаянно и играем с сером. Искрожи. Прохил. Это бомбота. Да. Край, все выступил.
Поставил искра. В искру, играем. Прокил. Нормально. Секунду стартовать, да? Это двуная, если что было. Искра. Нечаянно. Типа, чё это за хуйня? Одни искры просто не дропал. Походу починили, блядь. Починили, одна уже всё была залезла. Что с шансом вообще? Край. Мне как-то стали меньше бить эти искры. Макс, Келени, нажми гимнах в качестве. Да ты глянь, ебать, просто баг какой-то. Что это, блядь? Я с Исенька выскрал. Это, походу, багнулось, не знаю, типа, ну... Просто каждая метка из края, бля. Твари, ебать, что это? А Элизабет, ага. Ну, у нас с него появится, она... Да, да. Сейчас как-то транкил что-нибудь. Транкил что-нибудь, да? Что-то, блядь. Получается, каждая вторая теперь двойная, блядь, или что, нахуй? Мне опять сдох, красиво, блядь. От любичих исков. Лиза опять. Ну смотри, каждая метка с края. Это типа они наверное, поменяли местами. Раньше были одни лужи, теперь они искры бы. Хильте потно. Камешки я не поставил, но 30 секунд не дали. Играем сейчас из кубы. Что там по мане, нормально у вас? Я могу скинуть блоком, давайте. Давай, искру, искру, быстро, быстро, быстро. А, это двойные. Стой. Сейчас надо какой-то сейф что-нибудь дать. Тут мои бомжи не понадобятся? Нет. Сейчас вот последний искра нужно будет нее собирать. Да тут 300 тысяч, можно босса добить. Ну го-го-го босса, я бью босса просто. Ну она на туре как будто меньше стала бить эта искра. Раньше она нормально била. Арчи, поздравляю, блядь, ты дождался. О, вот это да. Сдался. Да. А танковский шмот не падает тут, блядь? Падает. Не, я был с пугами в прошлый раз, когда меня не взяли. Там типа 2-3 чела против меня были. Я такой, ну ладно, пойду с пугами, посмотрю, чё как. А, вообще тоже ни одной шмотки на танк не упал. Вообще ни одной. Мы убили там этого... Мы убили тут руки, тут тело, блядь, потом...
какого-то изможного чувака, где сферы сверху падают. Челку убили с тиграми, бля, этими или с кем там, ну, с кошками каким-то, короче. Блять, хорошо. Вот. И типа, блядь, вообще ни одной шмотки не выпало. Так это, надо эту хуйню сейчас диспилить. А чем эта ветка лучше, чем, ну, Блад? Чем они отличаются? Ну, это гибрид, там два баффа. Полезен рейд. Да, не бьет. Фаст, не бьет. А мина. А моб хила бьет. Ну да. Да, я вижу. Ну, забери. Можешь забрать? Да, он собирается, забирает. Это мы должны делать. Да, у меня КД был. Грипп, полуфэрка, там все там, да? Да. Рим... Так, там есть черри? Вот еще один ремонт. А еще этого убивали, где, короче, в ковш берет себя босс, и надо еще отводить и этих, сушить их там или что, блядь. Вот это. Но тактики были другие с пугами, чем вот здесь. Что-то как-то по-другому все было. Не знаю. Геморрой какой-то. Ты видишь, как все легко? Нет, на первом боссе. Сейчас смотри, смотри, вот этого левого моба аккуратно, прям на максимальной рейнже или Войд. Не получится, блядь. Получится, Войд, Войд, покажи ему. А, нихуя, видишь? У меня в прошлый раз такая же хуйня была. Не-не, а тут, короче, они как-то пулятся нормально. Мы на прошлом КД пуляли, там пуляли. Там куда ушел моб? Да, ну, смотри, по-моему. Блять, там на Хадире, я хуй знает. Тебе нужно будет ебать, как игрой держать. У тебя только один на поле, я не знаю. Да, так. Я с пугами был, с Хантом и с Робой, типа полегче было. Ну, короче, максимально держи блок, только можешь. Ну, я буду срывать 100%, если ты будешь херово держать, постараюсь. Потому что находили там ДПС ёбнутый, да, типа там под этой, как он, под лучом там пиздец был. Тем более в Африке вот, сейчас. А вот тут вот сложный момент какой-то был, мы тут вайпали сразу за хуй. Да, подожди, отойди назад, сейчас он в обратную сторону пойдет. И там... Просто по краю, по левой стороне. Там туда, заходи, пуляй. Большого, тот, который... Да, где он сейчас примерно, там его экранчики. Там просто еще в углу моба, кажется, были. Так, ты, короче, будешь на двух маленьких, вот будет на большом. На большом. У нас сейчас, может, там. Ты, ну, понял, Литин, занести сюда? Я в прошлый раз... Короче, водишь двух маленьких? Кажется. Ну, двух маленьких будешь водить. А я на большом был, я на большом был в прошлый раз. У нас, давай, у нас сняли, есть... Да? У нас, не, у нас просто есть протополодин, как бы, он будет на большом сам, он будет все сам дисплелить и там... А, ну все, ок, ну тогда он будет... Как бы проблем с этим не будет. Ты просто вводишь двоих маленьких, выводишь их из руны, из, ну, из руны и синий. И зеленый такой, и синий. Не-не, и синий. Зеленая... Синяя это, она увеличивает урон нам и... Да, да, да. Вот, ты из нее выводишь. Угу. И все, в принципе. Ну и из большой зеленой лужи ты выбегаешь. Бля. Угу, зеленый. Все, это все так. А в конце там
типа, ну, короче, Войд будет на большом сидеть сам. Металку заберет. Ну, портал, как обычно. Чё? Этот Даларан. А, ну давай. Дай мне. Погода. Надо быстро кошку убить и перерывчик сделать. Небольшой. Там это, здесь там еще одна кошка. А, сейвы какие-то там. Лишний раз гимну дайте там на хп, там, грил. Ну, я скажу, если что. Я держу маленького и среднего, короче, и вожу их. Да, водишь. Всё. Там же еще херня сверху появляется. Арсал, там третью поставь, я с прото сейчас буду. Херня сверху, ты про чё? У нас была какая-то херня, типа голубая, она стреляет, я не знаю, как... Это вы убивали не в Хэма, а бычку, и там маленький, в самом последнем. Понял. Он как Супермен взлетает, и там такие молнии, от него нужно убегать. Как Рейдом. Мы будем Хэм сейчас делать. Понял, понял. Так. Да пох. Мне главное изучить и... Ты запоминай, потому что это уже у нас отработанные тактики, как бы. То есть они каждый КД все так. Самое главное, да. Хуй со шмотом пока, мне похуй. Да шмот ты тут сейчас поубиваешь, он нападает. В 25-ках нападает тоже. Ничего страшного.